знаю. Там он, смотри, вот эта вот зелень, наверное, нужна. Или вот такие цветы, не знаю. Как мы сейчас с ними пойдем? Нет, ну да, да. Может, на обратном пути? На обратном пути, да. Давай тогда. И крыжовник, и вишню продают. Ну правильно, ну а что? Все с букетиками. Здравствуйте. Сегодня у нас 23 июня 2024 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Сегодня Троица. У нас возле... С праздником всех. Возле храма продают у нас всегда на все праздники букеты, зелень. Ну, я всегда об этом показываю, кто смотрит мой канал. Давно те уже все знают. Так вот, про вчера. На момент, когда я вчера записывала ролик, я еще не знала. Я вам рассказывала то, что я слышала. Прилеты. Но где и что, я же еще не знала. А потом, уже на сегодняшний момент, известно о 50, если я не ошибаюсь, раненых, есть погибшие. В общем, я вчера ходила на место, где это было. Я вам хочу сказать, что этот перекресток, в дом, в который был вчера прилет, я на этом перекрестке и вообще в этом месте бываю регулярно. У меня в этом доме друг жил. Семен жил в этом доме. Друг в этом? Ну а сейчас он где? Не знаю, он вообще уже там последние годы, да, давно он переехал. Он за городом жил последние годы. В общем, не знаю, ну, когда я увидела воочию, ведь ужас. Братья продолжали, наверное, жить. Их 7 братьев было. Там обвалились этажи. Картина страшная. Женщина переходила через дорогу от автовокзала к дому, ее убило осколками, мужчине оторвало ногу, очень много раненых, посеченных стеклами. Еще раз Ромас меня перебил. Я на этом перекрестке, очень часто мы ходим с Норой, с Амираном, туда-сюда. Но это такое место, это как бы это мой район, где я все время туда-сюда хожу. И поэтому теоретически мы могли проходить там вчера. Барахолочка разрастается. Хорошо, вот это вот абрикоски. А, кстати, спасибо вам огромное за ваши комментарии, за добрые слова поддержки. Я все читаю, все вижу. Вчера очень много людей приходило поддержать. И вы не представляете, что это для меня значит. Привет. Привет. Взял фотки, слышишь, Кирюха? Мне вчера Денис написал такой интересный факт вечером. Кто смотрел фильм «Солдатик»? Вот он вчера посмотрел фильм «Солдатик» про Сереженьку, про самого юного героя Великой Отечественной войны, самый маленький. Ну, кто смотрел, кто не знает этой истории про Сереженьку, посмотрите. По-моему, его звали. Так. Сейчас, подождите. В общем, кто не знает историю про Сереженьку, посмотрите фильм «Солдатик». И что мне написал Денис? Вот интересный факт, который, кстати, я не знала, а вы вот знали. Он родился, по-моему, где-то в Челябинске, этот мальчик. Или в Челябинской области, если я не ошибаюсь. А потом, впоследствии, он занимался юриспруденцией и переехал в Харьков. То есть в Харькове он уже стал... Я Ромаса потеряла. А, вот ты где. Я говорю, я Ромаса потеряла. Я сейчас рассказываю вот эту историю, которую мне вчера Денис написал.
Он тоже этого не знал. За Сереженьку, за самого вот этого маленького. А, да, да, сын полка. Сын полка, я, да. Знаю, конечно, эту историю. И причем вот этот полк, кстати, Сереженьки, принимал участие в Сталинградской битве. Да. Я не знала то, что впоследствии он переехал в Харьков, Харьков, да. Выучился, занялся юриспруденцией, долго вот здесь жил. Я не знал, что он да, Харьков. Но потом впоследствии уехал, похоронен он в другом городе. Но в Харькове он очень долго жил. И это тоже история, вот да, вам, конечно. Пожалуйста, известного человека, конечно. Города Харькова. Ой, смотри, Ромас, какие красивые. Ромас! Ой, извините, это корова. Я вам не мешаю? Я хотела позвать Ромаза, и как заорала на весь рынок. Аж самой неловко стало. Убегает от меня, я его потом бегаю ищу. Я жду с одной стороны, а он с другой. Ну, наоборот, все на усиливает. Усиливает. Видите, какая красота, да? Здорово. У этого продавца очень хорошие вещи. Патефоны, граммофоны. Рекомендую. Машинки. Ну, какой-то альбом по Харькову. Харьков в открытках. Из этих альбомов, наверное, да, которые... Да, Харьков в открытках. Я а, не в знаю, открытках? Да, нет. Это Степана или нет. Ой, привет. Я... Да, привет. Здравствуйте. Старый Харьков. Как приятно посмотреть. Знаете, я за эти 2.5 года еще больше полюбила свой город. Проснулся вообще. Дух патриотизма. Так, красота. Рукомойничек какой красивый. Ой. Привет. Чайник и пиалочки. Так, мне сейчас еще надо Деда Мороза найти. Мне вчера подписчица писала, она хочет купить Деда Мороза. Да, смотри, книга почета. У нас дома такая. Такая? Ну, у нас чуть-чуть, ну, такая же с Лениным. С Лениным, не со Сталиным? Нет, у нас с Лениным, но только чуть-чуть знамена как-то по-другому сделать. Тут много знамен, там, по-моему, 2 больших знамена. Если можешь подержать? Ошибаюсь. Ну, прикольно тоже. Так, я хочу год посмотреть. Мне кажется, это другого года. 63-й. Ну, и то тоже. Ну, 60-й кто тоже, да? Да, да. О, смотри, какая книга. Что это? «Кораллове на место и дукачи». О, «Дукачи это, Украины». Да. Спроси, что это? Чей это? Прости. Да, это чье? А сколько такая книга? А, братан, а сколько вот это? «Дукачи». Место, вот эти? Которая сверху? Да, ну что смотрит? Вот. Вот это, что она смотрит, книжка? А, 800. А вот это грамота. Ну... «Украинские золотари. Початку 20-го столетия». Это очень хорошая книга. Я бы с радостью купила. Здесь много иллюстраций. Но для меня это дороговато. Хорошая, очень мне понравилась. Коллекция служит людям. Вот, пожалуйста. Как я люблю такие книги, когда с такой любовью
они изданы, и объяснение, для чего же нужна коллекция. В каждом человеке живет страсть к собирательству. Порой эта страсть захватывает человека целиком, становится его второй профессией. И тогда из простого коллекционирования вырастают такие явления, как Третьяковская картинная галерея в Москве или Музей истории и медицины в Риге, созданный на основе коллекции профессора Страдыня. Неугомонное племя искателей. Так, ну я, конечно, сейчас здесь зачитаюсь и останусь. Все, надо идти, да. Работать. Уже, ну, есть здесь вообще шикарная у кого-то была подборка. Я здесь все время снимаю. А я не... У меня сейчас что-то... Что такое? Не знаю. Присела вот это. Присела, встала, еще сознание не потеряла. Ну, приходит в голову. Я держу сейчас за тебя. Я понимаю. Хорошо, что я не сама. У меня бывают такие моменты, когда я особенно как-то усталость навалила, что я... У меня темнеет в глазах, и я чуть мне очень страшно, когда я одна на улице. Я понял. И ну, чтобы не потерять сознание. Да, надо сразу за что-то браться. За что? Ну, за чужих людей? Помогите. Да, не, ну, за... Портрет европейского. Да, да. Здесь шикарная коллекция. Посмотри, русский модерн. Да, да, там X-Libris, там, ну, короче, есть. Братан, а вот эту штуку. Я каждый день подхожу, снимаю, конечно. Меня удивляет, что это не купили до сих пор. З української старовини, Тарас Шевченко, Кузьма Петров Воткін, декоративні розписи Японії. Красота. Красота, конечно. Здрасте. Здравствуйте. Я пошел, короче. Иди. Сколько такая? 100 гривен. Смотрю, любую снесу ты лапу. Вчера специально открыла. Да? Ну вот, я же говорю, все со вкусом. Спасибо вложить. Еще мой муж говорит, да, как ты красиво с ротлами. У вас, да, у вас так все красиво. На такой вы взяли фон красивый синий. Да. За сколько вы отдаете? 1200. Их цена 2,5. Ну, за что? Ну, как? Это меньше, чем полцены. Они новые. Делаю сейчас нормальную обувь. Хорошего дня. Спасибо. Ой, да, вас тоже. Спасибо большое. Все сегодня с праздником друг друга поздравляют с Троицей. Очень приятно. Здравствуйте. Картины. По-моему, новая вот эта или нет? Маленькая. Вот так сделали. Да, не, нашел сделал. Разрядил чуть-чуть, так поставил. Да. Пудренички, ложечки серебряные, ложечки мельхиоровые, чайничек, бутылка. Реликварии Манюськи. Что тут еще у нас? Тарас Шевченко. Мушка. Я знаю. Я знаю.
Хорошего дня вам. Спасибо. Праздником, спасибо. Да не, ну просто чуть-чуть по-другому все выставили. Вот этого не было, по-моему. А, графичек, да, 2,5 такой. Какая красота, смотрите. Нету. 2500 гривен. Корзинка с грибочками. А мне всегда умиляет этот ящик с подстаканниками. Это здорово. Вот это прикольно, вот это вот подструта, не? КБР Юрьева такое. Виноградов, утёков. Ну, виноградов, по-моему, один есть. Кульгенко там проводили пару пластинок. О, календарик. У нас тоже такой есть. Подписчик нам такой подарил. Ну, штамповку там такое. Ну, иммигрант. Ну, у них штамповки такие вот. Да, я помню. Белые такие, и там на руки написано. Друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.